Уфе ликвидирует последствия сильного ливня. Он обрушился на город в первый день рабочей недели. И в результате не все попали на работу вовремя. Из-за потопления было остановлено движение троллейбусов. Подробности у Галины Заводниковой. Утро понедельника в Уфе началось с потопа. Дождь лил всю ночь. И хотя сейчас уже вышло солнце и улицы просохли, еще несколько часов назад многие дороги были под водой. По сообщениям очевидцев, в настоящие реки превратились улицы Интернациональная, Цветочная, Комарова и некоторые другие. Кроме того, по данным уфимских служб, ливень парализовал движение троллейбусов по нескольким маршрутам. К этому часу оно уже восстановлено. А вот прогнозы синоптиков не радуют. Столбики термометров хоть и поднимутся до 20 градусов, погода в ближайшие два дня обещает быть дождливой. Так что резиновые сапоги уфимцы далеко не убирают. Галина Заводникова, Урал Шарипов, Вести, Башкортостан.